Всем привет! Я покажу то, что я заказала на ДМ. Я там говорила уже, почему я заказываю иногда онлайн. В основном у меня минут 5 пешком, либо минуту на машине находится магазин. Не проблема, но бывает другое, что не можем найти в магазине, что-то только онлайн и так далее. Также я еще покажу два новых, абсолютно прям таких аромата, нетипичных для меня. И покажу кое-что от VT Cosmetics, корейская косметика. То, что мне прислали, но я пробовала с удовольствием, и как раз таки то, что нужно сейчас на весну и лето. Надеюсь, вам будет тоже полезно. И поехали, приятного просмотра. Хочу поделиться новинками, которые у меня появились. И если вам интересно, если у вас такие иногда проблемы, как у меня, ну не проблемы, или потребности кожи, то вам будет интересно. Мне прислал бренд VT Cosmetics кое-что на тестирование, и делюсь с удовольствием. Первое, что я начала тестировать, это вот эта сыворотка а-ля ампула Super Hyaluron. О боже, не знаю, что означают вот эти цифры. В общем, для меня это просто увлажняющая сыворотка, супер увлажняющая, но не переутяжеляющая кожу. Я использовала тоже как в чистом виде, так и под тональный. Неплохо все выглядело, носилось. Состав. Если вам интересно, вот. Я не стала разбирать каждый компонент, но вижу, что очень много всякой гиалуроновой кислоты, какие-то экстракты, как всегда. Я вот за что люблю корейскую косметику, это за обалденные составы всегда. Приятная вещь, мне нравится очень упаковка. И когда вы будете использовать, дальше будет вот этот ограничитель, не ограничитель, а вот эта штучка подниматься, и вы будете видеть, сколько у вас продукта. Оформление классно. Это не первые мои продукты вот этого бренда, я всегда довольна. Маски здесь 7 штук, вау, классно, потому что я что-то подумала 5. Я использовала одну, и я осталась уже в восторге. Они настолько влажные, здесь столько много влаги, что я, скорее всего, остатки тоже использую. Пишет: интенсивная увлажняющая маска, и да, да-да-да, я, знаете, не то чтобы скептично, я так, пользуюсь тканевыми масками, делаю их себе сама. Но редко бывают маски, которые меня вот просто вау, знаете. И это одна из немногих, которая меня просто удивила своим эффектом. Я использовала перед, по-моему, макияжем каким-то. У меня макияж лег лучше. Я пользуюсь сейчас тоже время от времени ретинол, то витамин С с гликолевой кислотой. Поэтому у меня не сохнет кожа, но иногда немножко такая, знаете, покрасневшая, немножко так макияж может лечь неровно. Вот не видно, да, что у вас сухие места на коже, а видно тогда, когда вы нанесли тональный крем, вот. И вот эта маска мне очень-очень понравилась, мне очень понравилось, как кожа выглядела, чувствовалась, супер, с удовольствием использую. И последнее, что мне прислали, и мне кажется, это очень-очень впору, я как раз недавно купила себе средство с защитой от солнца, если бы знала, то не покупала, Essence Sun Packed. Средства такого формата у меня еще никогда не было. Мне было очень интересно попробовать, и я осталась, в принципе, в восторге. Вот состав. Впечатляющий, как всегда. Куча всяких штуковин, полезностей. Обалдеть, обалдеть. Ну, как всегда, в общем. Плюс SPF 50. Ну, что можно хотеть еще? Посмотрите на оформление. Можно было подумать, что это какой-то либо кушон, либо, не знаю, пудра, тональный, а это защитное средство. Это уход и защитное средство. Вы, когда наносите вот это, я так делала, вам уже не надо никакого ни крема, ничего. И это даже как база под макияж. Супер. Макияж лег тоже хорошо, носилось все, ну, как всегда, знаете, из-за масок. Можно, кстати, попробовать именно с вот этой ампулой, и потом на этом, ну, я не знаю, будет ли too much, потому что немножко мне показалось липковатое средство. Слишком много я стараюсь не наносить под тональный, да. Вот, вот. Зеркало я еще не отклеила. Выглядит, как я уже сказала, как кушон. Не знаю, наносить нужно вот этим спорником. Я наносила пальцем. Мне как-то так лучше. И вот так выглядит вот это средство. Надо будет посмотреть, есть ли наполнитель. Наверняка. Средство нежнейшее. Оно такое как будто увлажняющее, но быстро впитывается, кожа не блестит, не жирнится. Я в восторге. Спасибо большое за то, что я могу тестировать, поделиться с вами.
вопрос, почему не иду или не еду в магазин покупать что-то. Некоторые вещи доступны только онлайн. Я заказываю через приложение, и там есть акции, какие-то проценты. Кладете продукты в корзину, и они потом считывают вот эти проценты, либо какие-то там баллы набираются быстрее. В общем, очень удобно. И посылка даже не влазит, очень тяжелая. У меня действительно тяжелых вещей. Что тоже удобно, да, если вы не можете, и вам нужно, но вы не можете, нет возможности поехать, не знаю, привезти что-то, то вот, в принципе, неограниченно, я уже несколько раз заказывала, все доходило всегда. Давайте посмотрим, что я заказала. Очень много продуктов питания, кстати, очень интересно, если вам интересны такие вещи, био, все такое, знаете, более лучшего качества. Первое, что здесь у меня лежит, это можно было бы сделать самому, но лень. Цена, в принципе, была небольшая. Кстати, а есть у меня здесь чек, чтобы я сказала, что сколько стоит? К сожалению, не вижу. Я сейчас возьму телефон, да, у меня есть счет. Сейчас скажу, что сколько стоило. И заодно покажу, как вот этот DM App работает. Вот такое вот приложение. Ничего нового. Отзеркаливается лампа. Вот. И здесь у вас есть продукты, можно вот сюда нажимаете, и разные категории, новинки я очень люблю всегда просматривать. Дальше вы можете сразу же положить в корзину, что вам нужно. И вот купоны. И здесь всякие виды акции. Активировать можно, и все, что вам нужно. Ничего мне не интересно пока. Но если вот нужно, например, вот этот листерин, ополаскиватель для рта. Дороговато, да. Это мука, овсяная мука, в общем, из овсяных хлопьев, да, стоила, ну, блин, 2,45. Ну, если можно самому сделать, в общем, упаковка, здесь только полкило. Овсяная каша тоже можно измельчить, будет проще, просто у меня нету блендера такого специального. Есть один, ну, там мало, малый объем, там можно только вот некое количество сделать. В общем, мне негде просто их сделать, да. Эту муку имею в виду. И очень часто в рецептах где-то вот эта мука, блин. Можно делать блинчики, печь что-то, вот как тесто, не знаю, но вот такое вот блинчики, вафли, супер. И такое дело всегда пригодится. Так, я уже сказала, 2,45. О, даже вон рецепт уже есть, какие-то вафли. Интересно, он будет попробовать. Дальше. Вещь, которую я тоже часто покупаю, это езлаки, в общем, такая, знаете, вот нарисована на картинке. Пшено какое-то, я не знаю. И оно, они как бы такие сдутые, да. И мужские лёгкие я люблю с молоком, или когда я себе делаю на работу такую, знаете, как она называется? Овсянка, которую вы запариваете, заливаете молоком, либо каким-то растительным молоком, оставляете на ночь, да, вот эти мюсли, скажем так. И на следующий день можно кушать, они уже такие набухшие. И я люблю вверх вот это добавлять, всякие штучки. В общем, стараюсь не добавлять сахар, а что-то такое сладенькое. Еще одно. Это киноа. Я надеюсь, на русском оно тоже так называется. И оно без вкуса. Чтобы готовить, не знаю, но можно в салаты добавлять, опять-таки, мюсли всякие разные. Чаи. Заказала сразу два, потому что мой муж любит мятный чай. И думаю, если пункты вот эти нужно набирать, то почему бы и нет. Еще один чай я обожаю. Это мой самый любимый тип зеленого чая. Кстати, сказала, сколько что стоит. Вот эти штучки. €65. Дороговато, если честно. Кино стоит 2 евро. Тоже недешево. Ну, все вот это DM Bio, оно все чуть дороже, чем в обычном магазине, в супермаркете, да. Ну и хочется надеяться, что качество тоже чуть лучше. Чай мятный стоит €25. Ничего себе. В магазине обычном, вот не био, вот это все, обычный чай мятный стоит 60-70 центов, а это в 2 раза дороже почти что. Зеленый чай, вот этот, €15. Дешевле даже, интересно, почему это мятный чай дороже. Это именно сенча называется, и, по-моему, это японский тип чая. Он не такой горький, он не воняет рыбой, я обожаю этот чай. У меня, не знаю, сваривается еда, то есть чувствует желудок себя очень хорошо. От него нету какой-то тяжести или кофеин на слишком многом. Очень тонкий вкус, очень хороший чай. Вот посмотрите, если вы никогда не слышали об этом зеленом чае, сенча, здесь пишут даже тонкий вкус,
Очень советую. И еще я взяла чай зеленый. Ну, это же, наверное, китайский. Да, пишет. Тоже Китай, все дела. Красивая такая упаковка, мне нравится. И это именно зеленый чай с жасмином. У меня сейчас он есть в рассыпном виде. Этот в пакетиках я вот больше всего люблю. Чай в пакетиках. И с жасмином я тоже очень люблю чай. Евро 65. У них есть разные, кстати, такие страны и вкусы. Еще из еды. Это гречка. Здесь, в Германии, купить гречку не так просто. Я даже онлайн смотрела на Амазоне. Почему-то не пришло мне. Я заказывала, не знаю, проблемы с доставками, не знаю. И это именно, видите, она такая светлая на вид. Не проблема купить. Но она не поджаренная. То есть это не такая, видите, темная гречка, которую мы любим, знаем. Ее, наверное, нужно будет поджаривать. Я поищу в интернете как, сколько, долго и так далее. Или попробую без, но я знаю, что такая вот неподжаренная, она не такая вкусная. Вот, гречку я люблю как гарнир, чисто какие-то рецепты. Что у нас еще из еды? Хорошо, что они положили в пакет, но проблема пластик, если вот, не дай бог, откроется упаковка, то она выливается. Так, не сказала, сколько стоит гречка. 2 евро. Ну, так, не знаю. Если считать, сколько стоит гречка у нас, да, то дороговато. Это... Опять-таки, напиток вместо молока, овсяный. Я люблю такими вещами заливать вот эти свои каши, которые я ем. Чисто вот так, как замена молока, не знаю, мне не очень нравится, вкус никакой. Но вот с ванилью, может, вкуснее чуть будет. У них из риса и миндалево кокосово, непонятное дело, дороже. А вот это стоило... Евро 35, это, мне кажется, недорого. Салфетки 20 штук. Denkmit – это марка из DM. И это салфетки для очищения именно стекла. Либо вот дома нужно, у меня в планах сегодня, наверное, или завтра, или хотя бы сегодня половину окон в квартире, завтра чуть остальное, я не знаю. Хочу помыть окна, потому что у нас была такая как бы Сахара, из Сахары ветер, дождь. В общем, у меня машина была вся коричневая, и окна везде. В общем, в прошлом году я не мыла окна, надо будет это сделать. Вот. И я думаю, может, даже машину заброшу, когда нужно что-то стекла смыть, что-то почистить. Ну, такое дело нужно всегда. Или нужно будет что-нибудь подтереть вот дома, когда я буду чистить окна, мыть окна, имею в виду. 95 центов. У меня есть такая бутылочка с пшик-пшик-пшик. Я часто покупаю либо средство чистящее для ванны в таком наполнителе. Вот для стекол окон, я не знаю, вот пишут, что машину можно мыть. Ну, не машину, а стекла в машине. Вот наполнитель нужен всегда, потому что я по-любому упаковку свою сейчас расходую. Там чистящие средства для такой вот индукционной плиты. Не обязательно, можно взять, знаете, такое, называется молочко такое, оно полирует вот так, но я боюсь, что оно может немножко портить поверхность, но я могу просто вот так потереть чем-то обычным моющим, не обязательно покупать, но я вот решила взять, мне кажется, пригодится всегда. Вот сколько стоит? 85 центов, недорого, можно брать. Вещи, которые, в принципе, нужны всегда, либо просто как для... ухода за кожей можно использовать, либо после загара. Действительно, есть разница, если вы пользуетесь каким-то средством, либо нет, кожа не так сохнет, загар дольше держится, и кожа тоже не так страдает, потому что каждый загар, я не знаю, кожа, которая на солнце, даже если вы ее защищаете от солнца, она все равно страдает. Ну, лично моя какая-то тонкая, чувствительная кожа, это у нас After Sun. After Sun Sensitive успокаивает кожу, убирает покраснение. То есть это не от ожогов, ни в коем случае. Это просто такое уходовое средство. И, кстати, такие средства, успокаивающие с алоэ, хороший состав. Даже после депиляции можно использовать. Я пользуюсь сейчас фотоэпилятором. И вот такой вот лосьон тоже после солнца. Только вот это для чувствительной кожи, а это просто... Такое дело нужно всегда. Сейчас скажу, сколько стоит. Гель 3,95 и вот этот лосьон тоже 3,95. Еще взяла средство, которое я уже давно не покупала, но я помню, что мне нравилось пользоваться. Иногда, когда нету времени
наносить лосьон для тела, что-то, какой-то уход. Это вот такой лосьон в душе. То есть вы помылись, нанесли это средство, оставили там, не знаю, на минутку и смыли. И не надо наносить лосьон. Было очень популярное средство какое-то время. Я забыла о нем, думаю, надо будет взять. Такое дело пригодится всегда. Сколько стоит? 2,95. Дальше, я показывала недавно в видео об уходе, что у меня есть такое двухфазовое средство, а это я тоже хотела взять, но у нас не было в ВДМ, не знаю почему. У них еще есть какой-то вариант, это тоже снимает обычный макияж, либо водостойкий. Я не пользуюсь водостойкой косметикой, но иногда бывает даже обычную какую-то тушь вредную, тяжело смыть. Вот эти двухфазовые средства я не очень люблю, а вот такой в форме молочка больше. Поэтому я взяла вот эту Нивею. 3,95. Так, дальше еще Нивея мужу взяла. Он пользуется всегда. Такое дело нужно. Бальзам после бритья. 4,95. Ему хватает все равно долго. Новая вещь. Я очень люблю вот эти штучки. Это Fisherman's Friend Pro Fresh. Это такие маленькие таблеточки. Похожи чем-то на Тик-Так. Но они вкуснее. Они действительно очень... освежает дыхание, и вот этот вкус малина и гибискус новый. Мне очень нравится такая фиолетовая с черникой, по-моему. Очень-очень вкусно, я решила попробовать вот этот. Вот видите, как было запаковано, чтобы не разбилось. Я покупаю иногда, но не часто мы едим, иногда хочется. Это что-то типа нутеллы, но здесь состав чуть лучше. Это крем шоколадный, орехово-шоколадный. Если вам интересно, покажу состав. Вот он, состав. Здесь у нас, понятное дело, сахар, масло подсолнечное, 13% вот этих орешков. Может быть, даже больше, чем нутелли, потому что они там очень экономят. Какао, шоколад, да-да-да-да-да-да. Возможно, даже вкуснее, чем нутелла. Посмотрим, попробуем. Это дело тоже нужно для готовки, не знаю, коктейли, если вы делаете. Это сок лимонный, очень концентрированный. Можно добавлять в еду, в выпечку, я не знаю, мне кажется, это нужное дело в хозяйстве. Вы заметили, я не заказала ни одного средства декоративного. Это было бы еще дороже, наверное. И из ухода только вот Нивея для лица, а так все, в принципе, для тела, еда, хозяйство. Все мне обошлось 50 евро. Я думаю, если бы покупать все это не в ДМ, а в обычном магазине, если оно, конечно, доступно, потому что не все доступно в обычных супермаркетах, то было бы, может, чуть дешевле. Не знаю, может, и так же, а может, и дороже, не знаю. В общем, я довольна заказом. Надеюсь, я вас немножко вдохновила. Кто-то обожает видео на iHerb, когда что-то покупают. Я там никогда ничего не покупаю. Но это что-то похожее. Там все в таком направлении. Еда, всякая косметика. То я обожаю смотреть видео покупки из ДМ. Иногда подсматриваю что-то интересное и себе пробую. Вот. Вот такие вот покупочки. Надеюсь, вам было интересно. Девчонки, я люблю косметику, понятное дело. Обожаю парфюмерию. И вы знаете, в последнее время я нашла таких два аромата, которые настолько нетипичны для меня. Раньше, не знаю, года два назад, я бы сказала, фу, не-не, наверное, не буду пользоваться. А сейчас меня просто покорили эти ароматы. Один, особенно ценой, если честно. Давайте о нем поговорим. Это одно из последних моих покупок, кстати. Смотрите на этот гламурный флакон. Упаковка, если честно, я бы никогда не посмотрела в сторону этого аромата. А я что-то так смотрю, думаю, Кавалли, ничего не пробовала. Может, давай возьму попробовать. Цена была неплохая. Я заказывала на Parfum Groups. Ну, везде, кстати, цена на этот аромат не очень высокая. 20 евро за 30 мл, за вот этот 75 я заплатила тоже 24 или сколько. Ну, считаю, что это супер цена. И качество тоже неплохое. Я сначала так думаю, стоит, не знаю. Только 3 ноты в пирамиде. Но как звучит этот аромат? Как будто, не знаю, там 10. Я, кстати, заметила иногда, чем проще пирамида, тем больше нравится мне аромат. Вот не знаю, может быть, это я какая-то такая. Людям нравятся более сложные, интенсивные ароматы. А мне чем попроще, тем больше нравится. Небольшой минус, плохо открывается крышка. Ой, боже. Поэтому я ее до конца даже не закрываю, вот так оставляю.
Знаете, я читала тоже отзывы. Многие пишут, это такая, знаете, стерва, гламурная такая вся фифа. Да, есть что-то такое, вот реально подходит упаковка, как звучит этот аромат. Но мне нравится этот аромат. Он такой немножко крикливый, чуть-чуть такой назойливый, но мне нравится его звучание. Первые пшики я так думаю, неплохо, но что-то не знаю. Здесь либо тиаре, или как называется этот листок, листок, цветок, либо еще что-то. Явная, очень такая доминантная нота. Но на отходе это звучит так круто. Цветы, немножко гламура. Но нету ничего тяжелого, сладкого, замши, кожи, еще что-то. Знаете, иногда бывают, добавляют такие вот ароматы, что-то такое тяжеловатое, чтобы оно такое статусно звучало, дорого, богато. Вот нет, это очень тонкий, очень на удивление интересный аромат. Я в шоке. Называется опять-таки Just Cavalli, Roberto Cavalli. Стойкость неплохая, как для такой цены. Очень удивил меня этот аромат, но не покупайте его вслепую, понюхайте, потому что он такой интересненький, специфичненький. Но мне он очень понравился. Он стоит у меня вот на косметическом столе. Я время от времени подхожу, снимаю крышечку, нюхаю и балдею. Очень интересный аромат. Еще один аромат. Меня заинтересовал бренд Eli Saab. У меня есть один аромат. Их самый такой классический, знаменитый. Как-нибудь покажу. Le Parfum называется. Звучание, стойкость, супер. Обратил внимание, часто в Инстаграме есть вот такие странички, где они выставляют парфюмерию. И очень часто я видела вот этот аромат, и думаю, ну что в нем такого? Называется он Girl of Now Forever. Именно Forever, потому что у них есть Shine, еще что-то там сейчас вышел, новый Lovely, по-моему. И отличаются вот эти лепесточки здесь на упаковке. Посмотрите, какая прелесть, да? Купила я его вслепую, чисто по описанию нот. Сладко, вкусно все должно быть. Думаю, ну, не прогадаю. Но я не ожидала, что он будет такой классным и красивым. Он очень явный. И мне что-то напоминает, что-то вот когда-то старомодное у кого-то было. Или у тети, у знакомой, я не знаю, у кого, учительницы, где-то из прошлого. Есть такое звучание, но он не звучит тяжело, старомодно. Но мне очень знакомо, я не знаю, что-то есть здесь такое ретро-воспоминание. Он очень долгоиграющий, очень шлифовый, устойкий, но не настолько, знаете, чтобы у меня от него голова болела. Я нанесла как-то на одежду, и он у меня дня 2-3, пока я не постирала, пах. О. Это весна, летом, я не знаю, буду ли я его носить, он такой тяжеловатый. Очень сладкий, очень вкусный, но не слишком икривый, не слишком такой фруктово-ягодный, как Juicy Couture, который я тоже очень люблю. Он звучит чуть иначе, он звучит чуть статуснее, дороже, но все еще сладко, легко. Не знаю, называется он девушка, да, современная, но мне кажется, даже дамам постарше он может понравиться. Мне 30 мл, очень симпатичная упаковка, обалденный аромат, очень интересный, и советую вам его послушать.